Блин, сейчас такая пара скучная была. Чуть не уснула. Короче, мне сегодня приснилось то, что я стояла на берегу озера, и там на дне была птица. Чего? Ты ее съела? Нет, там птица реально была. Интересно. Надо почитать, что это значит. Блин, я рюкзак забыл. Вы идите, я вас быстро догоню. Пойдемте на улицу. О, это что такое? Тут же все выключено было. Интересно, а что там? Стих. Раз, два, три, четыре, пять, начинаешь ты искать. Приходи и ставь кружок, будь внимателен, дружок. Шесть, не сможешь ты дышать. Свой кружок лучше убрать. Классная рифма. 7. Построй двойной ты глаз. 8. Выиграешь тот час. 9. Выиграй ты играй, но про цель не забывай. 10. Ждем тебя, мой друг. Не забудь, есть лишний друг. Классно. Кто додумался это убить? Интересно. Посмотрим. Может, кто-то фотошопом баловался? Сейчас чекнем. А, тут его нет. Сделаем так. Приколист. А, на этом доисторическом ноуте даже фотошопа нет. Попробуем через самый убогий редактор. О, лещ. Нет, блин, окунь. О, тут на русском. Если боги играют в игры, то они играют в го. Умная мысль. Это все, конечно, интересно. Ну, кажется, меня заждались. Есть контакт. Ребята, очень важно. После занятия уберите, пожалуйста, за собой все доски и наборы камней. Здрасте, можно? Да, можно, проходите. Когда люди научились коммуникации, причем не только речевой. История коммуникации – это вообще отдельный разговор. Вот, возьмем, например, пирамиду Маслоу. Она совсем вам знакома. Мы уже с вами довольно развиты все потребности, которые в ней указаны, так или иначе ограничены. Вот, например, возьмем уровень потребностей физиологический. Тебя могут разлюбить в любой момент. Тебе надо как-то с этим конфликтом в нашем с вами текущем взаимодействии. То есть мы уже не с палками бегаем. Я уже иду. Блин, привет, пожалуйста, можешь закрыть аудиторию? Мне очень срочно надо бежать, там все убрали, просто потом ждать на вахту, хорошо? Спасибо большое, побежала! Мне придется немного задержаться. Thank you.
а свет? Все убрали, а эту оставили. Что за бред? Может, Олег кому-то партию объяснял? Милый мой, красивый мой, побежим на луг с тобой. Сядем в круг, гитара вдруг зазвучит любой струной. Пахнет травкой, светит солнце, парень молодой смеется. Солнце в глаз на раз попьется, что-то новое найдется. Кого? Что? Ладно. Парень молодой смеется. Парень молодой смеется. Круг. Блин, чё я его не взял так? Весь день здесь проведу. Парень молодой смеется. Может, мне посмеяться тут? Ворота волшебные откроются. На гитаре что-то там. На гитаре что-то там. У него точно гитара. Эй, парень! Стой! Весело. Вроде он здесь сидел. Ай. Утерян телефон. iPhone XR голубого цвета. На заставке котики. Просьба вернуть за вознаграждение. При наличии информации звоните. Классная шутка, оригинально. Утерян телефон, iPhone XR голубого цвета, на заставке котики. Просьба вернуть за вознаграждение. При наличии информации звоните. Кто-то потерял телефон, и что-то должен с этим делать? Что вы хотите от меня? Уважаемые студенты, завтра будет проходить встреча по командам, просьба
Кого? Буква? Да ладно. Дорожки под землей. Я побегу. Может, место какое-то? Дорожки под землей. У себя крови сберегу. Может, подвал какой-то? И дорогу там нет, там связи нет, людей, подвал. И дорогу там слышни, подвал, дорога. Я понял! Подземный переход. Что? Кирилл, что тебе не спится так поздно? Давай посмотрим. 1000 студентов со всей России столкнулись с загадками неизвестного происхождения. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что дальше первой загадки не удалось продвинуться никому. Если вы обладаете какой-либо информацией, срочно обратитесь в ближайшее отделение полиции или по телефону 02. Офигеть. Так, ну, я уже устал, это на сегодня это слишком много.
Разберемся с этим уже завтра. Надо поспать и уже со свежей головой все это делать. Я спать. Мир — это все, что заключено здесь. Жизнь, смерть, люди и все остальное, что окружает нас. Мир необъятен и непостижим. Мы не сможем познать его, пока не разгадаем его тайны. Но должен найтись человек, что возьмет на себя нож. Он узнает тайны, которые хранят окружающие нас места и люди, и расскажет другим. Проблема лишь в том, насколько силен этот человек. Сможет ли он выдержать давление тайн? Не потеряет ли он разум и себя? Знание — свет, а не знание — тьма. Я дам знание и позволю ему открыть на все глаза. Но его жизнь уже никогда не будет прежней.